Не подавать тепло потребителям-должникам. Такое решение принял директор муниципального предприятия «Термогаз» Степан Мунтяну. Об этом он сообщил на заседании в мэрии, сославшись на огромный долг в размере примерно 2 миллионов леев. Другого способа борьбы со злостными неплательщиками он не видит. Объекты у нас заполнены, школы и детские садики заполнены, все готовы под пуск. Что касается жилых домов, значит, я приостановил заполнение в связи с тем, что вот эти 72 человека или абонентов, которые имеют свыше 10 тысяч, их общий долг на сегодняшний день составляет 1 842 817 лей, значит, мы дали им предупреждение, так как летом с некоторыми из ними был подписан договор о рассрочке. Шеремета крайне удивила инициатива директора муниципального предприятия. По его словам, решение принято самовольно и ни с кем не согласовано. Более того, заявил Шеремет, потребители, у которых нет задолженности перед Термогазом, должны быть обеспечены теплом, и на них не должна сказываться критическая ситуация с долгами. Кто вам разрешил такое вообще решение принять? Вам сейчас уточнить, какая у вас дебиторская просроченная задолженность, вот это и... чтобы приостановить вам зарплату? Я считаю, что они должны выполнить все свои взятые перед собой обязанности. До сих пор вы не считали об этом? Ну, то же самое считали. Но если... Я вам открыто сейчас даю вообще приказ. Хорошо. Заполняйте систему и переоформите все эти рассрочки. Принял он решение. Обменсовет об этом знает? Знает. Протокол мне представьте, если было принято решение по этому. Знает. На словах у вас все знают. По финансовой составляющей, то, что у вас дебиторская задолженность молодого газа, мы вчера уже решили этот вопрос. И синхронизированно начнете работу с ТЭЦом. И я вам дам комментарии, отключат отопление, если не оплатят задолженность. Вице-мэр Игорь Шеремет призвал руководителей трех предприятий-поставщиков теплоэнергии начать отопительный сезон без инцидентов и одновременно.